Пастор Жанг Минцуан, президент Китайского христианского альянса домашних церквей, написал открытое письмо президенту Китая Ху Цзиньтао, в котором призвал искоренить коррупцию и защитить права верующих китайцев. Это стало его шестым по счету письмом. На предыдущие пять реакции не последовало. В письме пастор соглашается с тем, что за последние 30 лет Китай достиг многого в сфере экономики, политики, науки и религии. Однако пастор упомянул, что есть несколько правительственных бандитов, мошенников и коррумпированных чиновников, которые преследуют защитников прав человека, арестовывают верующих и даже посылают их в трудовые лагеря. Церковь в Пекине вынуждена собираться на улице. Слепой мужчина Чен Гуанченг подверг преследованием за то, что он говорил людям правду. Пастора Ши Энхао приговорили к 2 годам в трудовом лагере. Пастора Жан Тьелтнга, который был избит, обвинили в избиении секретаря партии. Завершая свое письмо, пастор подчеркнул, несмотря на то, что президент находится у власти последний год, он все еще может сделать вклад в китайское общество для того, чтобы демократия и свобода религии стали реальностью.